молодежном центре «Волга» форум «Дружба народов богатства Татарстана» объединил людей разных национальностей со всего мира. Всего участие приняли 180 человек, представители 35 национальностей. Форум «Дружба народов богатства Татарстана» стал уже традиционным мероприятием для республики и проходит уже 4-й год подряд. Мы подбираем направления каждый год всегда новые, для того, чтобы все большее количество молодежи привлекалось к нашей деятельности. В этом году в программу вошло 4 направления – «История квеста», «Центр компетенции СМИ», «Парапланы» и «Киберхранители». Каждый из участников выбрал направление себе по душе. На «История квеста» ребята изучали историю городов и муниципальных районов Республики Татарстан. В начале форума они приняли участие в квестах, а потом и сами занимались их созданием. В такой игровой форме молодежь не только весело провела время, но и изучила историю и развитие межнациональных отношений в Республике Татарстан. Мы составляем исторические квесты, что очень важно и ценно, потому что очень важно помнить историю тех людей, героев, поэтов, которые внесли большой вклад в развитие всего мира. Направление «Центр компетенции СМИ» объединило людей, которые любят писать и освещать вопросы межнационального и межкультурного взаимодействия. Здесь учат правильно и достоверно преподносить информацию, чтобы бережно относиться к чувствам другого человека. На форуме как раз-таки мы добились полного взаимодействия, понимания, согласия. То есть у нас команда состоит из разных национальностей, но действительно чувствуется, что мы целая команда, единая. В общем, все друг другу помогают, поддерживают. Одним из направлений форума является киберхранители. Ребята занимаются мониторингом и анализом интернета на предмет профилактики экстремизма и национализма. Киберхранители – это направление, занимающееся, так скажем, охраной сети, безопасностью сети. Конкретно, чем будут заниматься ребята, занимаются ребята, которые у нас на площадке сейчас есть, это разоблачение неточностей в сети интернет, конкретно если мы говорим о Википедии, да, то есть разоблачение каких-то мифов в Википедии, которые имеются. Одним из ключевых направлений является параплан, где участники создают различные проекты, акции, мероприятия, чтобы по возвращению домой каждый из них смог реализовать эти задумки и идеи. Гостями и спикерами форума выступили ведущие специалисты в различных областях. Участники форума во время работы по направлениям высказывали свое мнение, вели дискуссии и решали проблемы. Наш форум – это школа для молодежи, пройдя через которую ты уже будешь думать о том, как не оскорбить чувства представителей того или иного народа, чтобы не допустить межнациональные конфликты. За время форума ребята не только получили массу положительных эмоций и новых знаний, но и обрели друзей. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.